Уважаемые коллеги, добрый день. Мы начинаем наш вебинар. Если можно, напишите, пожалуйста, в чате. Вот я вижу, что кто-то у нас пока еще подключается. Если можно, напишите, пожалуйста, в чате, хорошо ли видно и слышно, все ли в порядке. Я вижу, у меня чуть-чуть св свет фонит. Ну, и со освещением нам не столько важно. Нам важно, чтобы презентация была видна и чтобы было слышно. Вот, спасибо большое. Вижу плюсы. Пишут: It's okay, коллеги. Ну что ж. Давайте мы прямо перейдем к делу. Почему перейдем к делу? Потому что на самом деле тема-то, она очень важная и тема многих беспокоит. Она сформулирована таким образом. Россия по-английски. Зачем и как формировать межкультурную компетенцию? Но вот дальше начинаются интересные вещи. С учетом реалий ОГЭ и ЕГЭ потому что там все больше и больше приходится России уметь говорить, вот насколько это обоснованно, давайте попробуем подумать, и что здесь нам может помочь, а что помешать, и так ли это страшно. И еще один момент, и мировой обстановки. Вот про мировую обстановку говорят очень часто, и я думаю, что вы слышали много раз о том, что говорят, вот многие люди начинают, что и английский язык нам не нужен, зачем его учить и прочее. И вот действительно посмотрите то, что вокруг происходит. Мы видим переориентацию в международных отношениях на страны Азии, Латинской Америки и Африки, а там-то вроде бы ведущие языки не английские. Регулярно раздаются призывы к отмене ЕГЭ постоянно весной инициативы депутатские, депутатские вот только-только буквально несколько дней назад сообщили, что профильный комитет правительства не поддержал депутатскую инициативу об отмене ЕГЭ. То есть, в принципе, да, можно уже понимать. Ну и как было весной, в общем-то, понятно, что это не очень разумная идея, потому что предлагая отменить, не предлагали, что бы сделать вместо этого, что было бы настолько же эффективным, да, с своими проблемами, с своими сложностями, с своей настройкой, изменениями и так далее, но не предлагали ничего нового. И настолько был ажиотаж, что мне пришлось даже в нескольких телепрограммах поучаствовать, где обсуждали вот эти вот моменты. И плюс еще регулярные слухи ходят. Я читаю разные учительские чаты, вот я то и читаю о сокращении часов, то говорят о том, что надо обязат, отказаться от обязательного изучения второго иностранного языка. Но оно уже не обязательно, естественно, по новым стандартам. Но тем не менее, когда мы в Российской Академии образования готовили письмо, методическое, вот новое, то я туда специально включал информацию вот настолько, насколько позволяют документы официальные о том, что нельзя на второй иностранный язык давать маленькое количество часов. Несмотря на все приемы и интенсификации, он требует определенного количество. Да и в школах тоже в этом письме подчеркиваю, что нельзя э, нельзя маленькое количество давать нельзя уменьшать количество часов на углубленное изучение. Вот как в программе есть, столько и должно быть. Я имею в виду, что это письмо от Российской Академии образования, но оно есть на сайте ЕЦО, Единого содержания общего образования. Поэтому если вам для администрации какие-то аргументы нужны, то можно взять. И как я говорил, и дальше будем также выступать в этом плане. Но вот давайте все-таки разберемся. А какие тенденции? Одно дело я скажу, другое дело посмотрим на то, что говорят документы и прочее. И давайте начнем со статистики. И начинается довольно любопытная картина. Если мы с вами посмотрим на то, какие языки в мире являются самыми популярными, то посмотрите, какие интересные цифры. Вот эти данные это данные зимние, январь-февраль. Сейчас могло что-то измениться. Но тем не менее, довольно точная статистика все равно. По-английски говорят 1,452 миллиона человек. При этом родным он является для почти 400 миллионов человек. То есть, видите, больше миллиарда человек владеют английским языком, пользуются им в той или иной степени, как неродным языком. При этом следующий по распространенности, по количеству носителей язык это китайский. Там миллиард 118 миллионов человек. При этом родным он почти для миллиарда является. То есть, если мы с вами посмотрим на разницу, то мы увидим, на английском миллиард говорят как на языке межнационального, межкультурного общения, на китайском миллиард говорят как на родном и примерно вот где-то там, ну давайте э, при, примерно представим, около 200 миллионов говорят как на неродном языке. И вот дальше, если мы с вами посмотрим, то мы увидим, что такая картина, как с английским языком, где количество неносителей языка превышает в разы, во много раз количество носителей, мы ни с каким языком больше других таких вещей не найдем. И цифры, они здесь говорят о многом. При этом посмотрите, вот русский язык, он еще в хорошем положении. По статистике я ссылку на сайт дал, откуда я взял эту статистику. По статистике английский язык в общем-то, примерно 50% людей, которые на нем говорят, он для них не родной. То есть, это говорит о том, что русский язык, в общем, довольно привлекательным является, хотя и непростым. Но мы и другие видим совершенно непростые языки, правда же? Вот такие вот моменты. Поэтому получается отсюда довольно простой вывод. Кроме жителей англосаксонских стран, по-английски говорят миллиард семьдесят два и миллионов человек. То есть английский язык – это действительно средство международного межкультурного общения. Для сравнения, по-китайски, как мы говорили, кроме китайцев говорят 189 миллионов человек. это влиятельный язык, но это язык регионального все-таки общения, межрегионального. Поэтому призывы, которые раздаются не изучать английский язык, они не учитывают реальной ситуации в мире. И вот в рау мы как раз и подчеркиваем в этом письме важность сохранения учебных часов на изучение иностранного языка. Но давайте мы с вами посмотрим еще вот на что, потому что одно дело, когда мы говорим про статистику, другое дело все-таки мы с вами понимаем, может быть статистика можно про нее говорить сколько угодно, но может быть официальное мнение. И мы сами знаем прекрасно, что те же стандарты, требования, они могут меняться в зависимости от того, как посчитают нужным, какая политика строится. Uh, И даже несмотря на то, что вот реальное общение на английском языке происходит с жителями разных стран, принадлежащих к разным культурам, и вопросы как раз возникают о том, как готовить к такому общению, то есть на какие принципы опираться, чему учить, какие может быть содержание обучения, как учить, какие методы, об этом мы будем говорить в серии вебинаров. Мы сегодня посмотрим на содержание немножечко, а потом дальше уже будем говорить на следующих вебинарах про методы, приемы и средства. Тем не менее, возвращаясь к официальному мнению, здесь довольно много текста, давайте мы с вами посмотрим Видео. хорошо там буквально две минутки я сейчас запущу демонстрацию экрана и я думаю что посмотреть здесь будет полезнее Итак я включаю это отрывочек из видео. Я думаю, что многие его знали. Если презентация будет нужна, ее можно будет скачать, конечно же. Но давайте мы послушаем. Интерес к языку, его распространение в мире зависит от роли страны, которая в мире играет. Причем по самым разным направлениям. Это касается, разумеется, и истории, и культуры, но в основе интереса к языку лежит прежде всего экономика. Как это может быть не покажется странным? На первый взгляд, отсюда наука, образование. это все вещи, которые очень взаимосвязаны сильно. Но это не значит, что, не значит совсем, что мы должны забыть там свой интерес к английскому языку. Английский язык ⁇ это великий язык. Он очень много дал человечеству с точки зрения объединения знаний, объединения людей в области культуры и так далее. Мы ни от чего не отказываемся. У нас нет враждебных языков. У нас даже нет враждебных стран. У нас есть враждебные элиты в некоторых странах, которые борются с Россией. Веками. Веками. Не только сейчас. Но это не значит совсем, я хочу еще раз к этому вернуться, что вы должны забросить английский. Да нет, конечно. Но не сегодня. Даже с точки зрения той же экономики. Экономика западных стран, она высокотехнологичная, она современная. И нам еще, безусловно, есть чему там поучиться. Контакты не пропадают на самом деле. Эти правящие там элиты стараются изолировать Россию. Ясно, что ничего не получается. Уже всем это понятно. И в этих странах очень много людей, очень много, которые поддерживают Россию, поддерживают наше стремление на укрепить традиционные ценности, тоже борются в своих странах за эти традиционные ценности, за семью, за взаимоотношения между, между нашими традициями, здоровые взаимоотношения между нашими традициями у нас и у них. И нам это все нужно, это все востребовано. Не бросайте английский, занимайтесь английским. Ну что ж, коллеги. Вот с вами посмотрели официальное мнение с раскладкой по экономике, по влиянию по международным отношениям. Я надеюсь, что очень это выступление, это выступление было на разговорах о главном. Я надеюсь, что вот то, что мы с вами посмотрели, оно снимет целый ряд предложений, которые раздаются от людей, которые, в общем, к образованию имеют отношение мало, но зато считают, что они все должны знать, кто и как чему должен учить. Но, тем не менее, прозвучали ровно те же самые вещи. Нам нужно межкультурное общение. И вот каким оно должно быть? Так, с коллеги, одну секунду, я сейчас перезапущу, у меня немножечко подвисает звук. Одну секунду, вернее, не звук, а сеть. Вот, теперь включается. Окей, вот мы посмотрели с вами, если вам нужно, вы можете найти, это были разговоры о главном, это урок, который проводил президент, мы можем с вами взять ссылку и прямо с учениками пообсуждать эти моменты. Но что для нас важно? Что для нас важно? Важно то, что вопросы, в общем-то, они абсолютно все разумные. Да, есть межкультурные отношения есть межкультурные отношения, есть межнациональные отношения, есть экономическая ситуация и так далее, и так далее. Сейчас я прошу прощения. Это мне с НТВ пишут, что у меня завтра прямой эфир. Я просто отвечу. Все, прошу прощения. А, Итак, а, но это говорит как раз об очень важных моментах. А моменты следующие. Вот как же нам Обучать-то общению с учетом того, что ситуация меняется. Давайте мы здесь вспомним некоторые моменты про межкультурную компетенцию. Определений существует несколько. Я взял одну из них: межкультурная компетенция это способность осуществлять взаимодействие между культурами посредством достижения общего для обеих сторон понимания ситуации, добиваясь при этом положительного результата на язычной коммуникации. Это, в общем-то, очень хорошо все суммирует. Но при этом требуется сформировать. Во-первых, готовность к восприятию чужой культуры, то есть понимание, что другая культура может от нашей отличаться. Причем, когда мы говорим про культуру, мы не имеем в виду высоко, высокое искусство, вот этот балет, живопись скульптуру, музыку и прочие вещи. Мы имеем в виду культуру в повседневном плане. Отношения, систему ценностей, то, что мы понимаем, например, то, что мы считаем хорошо, то, что мы считаем нехорошо, то, что желательно, то, что нежелательно, и мы можем на одни и те же вещи смотреть по-разному. И вот это вот понимание должно быть. Далее, способность представить родную культуру на иностранном языке. И это важнейший момент. И это правда, я не устаю повторять, что когда мы с вами общаемся с иностранцами, мы не рассказываем им о том, в каком дворце у них живет монарх и о том, что там флаг приспускают или поднимают, когда монарх во дворце или выезжает. Мы говорим о том, как у нас жизнь построена? Мы отвечаем на вопрос: а правда ли, что у вас в России вот так? Мы ведем экскурсию по городу и мы говорим: посмотрите, например, у нас спрашивают, а что это у вас там за здание, такое красивое и прочее. Ну и плюс самое главное это способность к осуществлению межкультурного взаимодействия путем создания общего значения происходящего. То есть, чтобы нас поняли. Вот давайте попробуем по шагам прям с этим разобраться и посмотреть, как это работает. Итак, готовность к восприятию культуры. И это говорит о том, что нам нужно соответствующее содержание учебных текстов. И самое главное, текст-то ладно, прочитать можно что угодно, мы это и сами расскажем. Нам нужны коммуникативные ситуации, в которых возникали бы именно вот такие вот моменты, где нужны для эффективного достижения коммуникативной ситуации, коммуникативного результата, знания о системе различных ценностей культур, понимание, что вот это вот для них ценно, какие-то вещи для нас ценно. Анализ причин непонимания, почему мы не так друг друга поняли, что мы сделали такого не так. Анализ причин поступков ролевые игры, которые направлены на достижение компромисса и решение коммуникативной задачи. Мы на следующем вебинаре будем как раз смотреть прям целый список приемов себе распишем, как мы можем такие коммуникативные ситуации создать. Как здесь могут использовать кейс старис, чем вообще культуры отличаются, какие приемы бывают, как мы можем взять материал, который уже есть в учебниках, и сделать из этого, например, хорошую ролевую игру, которая нам поможет. В этом плане так, чтобы и нам было не тяжело, и детям интересно. Далее, способность представлять родную культуру. Здесь, естественно, умение представлять родную страну, родную культуру, родную культуру на английском языке. У нас есть это и в программах, но возникает проблема нехватки знаний и непонимания ценностей, потому что ученики привыкли видеть то, что происходит вокруг, они видят вокруг, они часто не замечают, насколько это может быть красиво, интересно и прочее. И вы знаете, вот для того, чтобы посмотреть другими глазами, нужно что-то, что перевернуло бы эти взгляды. Так, таким способом, конечно, таки, э, такой эффект оказывает, например, приезды иностранцев, которые ходят по нашему городу, их водишь, смотришь где-то, это в любом городе может быть, где они начинают что-то говорить, ой, как красиво, ой, как интересно и прочее. Но на всех мы иностранцев не привезем, правда же, у нас не хватает общения такого непосредственного. Причем мы говорим сейчас про любые культуры мира. Могут быть и другие приемы. Например, моя школьная учительница английского языка, она мне недавно рассказала, как, как когда-то давно, лет 30, наверное, назад, если не больше. Они приехали на курс повышения квалификации в областной центр в Тамбов. И для них на автобусе провел экскурсию по Тамбову на английском языке Радислав Петрович Миллерот. И, они говорят, и она говорит, ты представляешь, я до сих пор помню эту экскурсию, я говорит, другими глазами посмотрел на какие-то вещи. То есть оказывается, что когда мы начинаем воспринимать посредством другого языка, то и восприятие может поменяться. Просто потому, что мы начинаем смотреть на какие-то другие моменты. Но вот как это сделать, мы поговорим. Там есть интересные приемы. Ну и, соответственно, вопрос возникает. Все-таки, а какие же материалы должны быть в учебниках? Они действительно должны быть в основном про страну изучаемого языка. Это же интересно, это полезно, нам надо понимать все это. Или они должны включать какие-то материалы не только про страну изучаемого языка, а, например, материалы, которые позволили бы сопоставить родную страну и другие страны, включая страны изучаемого языка. Э, наша с вами задача очень простая: мы готовим детей к реальному общению. Хотим мы того или нет, но реальное общение с гораздо большей вероятностью вот даже мы просто статистику посмотрели, в несколько раз гораздо более вероятно, что мы на английском языке будем говорить не с англичанами, не с американцами, не с канадцами, а с представителем каких-то других стран, где тоже можно. Может возникнуть культурное взаимодействие, культурное непонимание, может возникнуть вещь, которая называется culture bump, а может возникнуть culture shock. Культурный шок. И вот, наверное, вот эти вещи, они даже, пожалуй, важнее, чем только история, чем только культура, только страны изучаемого языка, чем тексты исключительно страноведческого характера. Потому что если мы с вами посмотрим формулировки федеральной образовательной программы, там как раз говорится «родная страна» и «страны изучаемого языка», но там есть не только географические особенности, достопримечательности, но и выдающиеся люди, писатели, ученые, изобретатели, путешественники, актеры. А теперь, коллеги, внимание. Подумайте о тех учебниках, по которым вы работаете – и просто сами себе ответьте на этот вопрос. Хватает ли вам там информации о писателях, ученых, изобретателях, путешественниках, актеров из стран изучаемого языка, из родной страны, так, чтобы дети могли про них поговорить? То есть не просто информация, а какие-то задания, которые предполагали бы некое общение. Дело в том, что и в ОГЭ, и в ЕГЭ есть вопросы, для ответа на которых нужно элементарное знание этих тем. Но тогда мы подходим к другому вопросу. Этот вопрос иногда задают родители. Они говорят, что это за такое страноведение России только на английском языке, почему мы говорим про Россию. На самом деле ответ простой. В реальных ситуациях общения мы действительно говорим о своей стране, сопоставляя ее. То есть только о своей стране говорить, конечно, нельзя. Это было бы бессмысленно на уроке иностранного языка. Но необходимые условия межкультурной компетенции – это умение представить какие-то вещи. А теперь вопрос. Насколько глубокое знание требуется для ОГЭ и ЕГЭ. И здесь мы как раз видим, если мы посмотрим на вопросы, то они очень просто сформулированы. Это совершенно базовая информация, которая не требует ничего за исключением повседневных знаний. Но и даже эти вопросы для некоторых школьников остаются непосильным грузом. Например, посмотрите, what Russian writers do you admire and why. И вот действительно, а какими русскими писателями восхищаются школьники? Или, например, what Russian books would you recommend a foreign friend to read? Здесь хотя бы просто назвать надо. Но назвать по-английски, естественно. То есть там, там уже возникает вопрос: артикль нужен, не нужен, и прочее, какие устойчивые названия. Потому что дети иногда начинают себя буквально переводить. И получается такая картина. Если мы эти темы не обсудили хоть немножечко на уроках, детям будет сложно сформулировать по-английски эту мысль. И есть и вторая проблема. Ученики читать не очень любят. Коллеги, скажите, пожалуйста, вот как у вас ситуация? У вас ученики с удовольствием обсуждают тему ⁇ любимая книга, любимый писатель ⁇ или они ее не любят? Я недавно поговорил с одной десятиклассницей. Очень умная девочка, она сдала ОГЭ на пятерку, с языком у нее проблем особых нет. Она, она действительно очень-очень умная. Ее брат в прошлом году у меня сдал ЕГЭ на 90 баллов. Я рассчитывал, что повыше будет, но тем не менее. И Даша тоже абсолютно совершенно умница, из, вот именно из культурной информированной семьи и прочее. Но когда мы с ней заговорили про книги, вот как коллеги пишут, что не любят. Я у нее тоже спросил, поскольку тема-то есть в ЕГЭ. Я у нее, естественно, спросил, начали говорить про книги, про писателей и прочее. Оказалось, что последняя книга, которую она читала, это Островские гроза, потому что это нужно было для школы. Ей, кстати, даже интересно стало, она сказала, что-то ей понравилось, сказала, что понравилось. Но когда у нее спросила, какую другую книгу не для школы ты читала в последнее время, она сказала, я не помню. То есть дети действительно не придают большого значения вот таким вещам, как литература и прочее. Стесняются говорить. Да, такое тоже есть. Причем, когда дети в группе, они действительно реально стесняются говорить. То есть как, как будто они боятся, что над ним будут смеяться. Про фильмы сколько угодно готовы говорить. Про игры, конечно. Как только про книги, они не хотят показаться, я не знаю, там, книжным червем или еще кем-то. А вопрос-то они у нас есть. То есть это вопрос не только знания, но и умение вовремя это знание вспомнить и его сформулировать на английском языке. Дальше посмотрите. What place in would you like to visit? Это все вопросы из ИОГ и ЕГЭ были. Uh, is St. Petersburg popular among foreign and local tourists and why? Вопрос из одного из заданий ЕГЭ на электронное письмо прошлых лет. Или там еще, еще личное письмо было. И вот действительно, нам какие-то минимальные знания нужны, потому что ответить -то на is it popular мы, конечно, можем сказать, но затем вопрос возникает why. А тут надо хотя бы сказать, хотя бы общими словами про архитектуру, про историю про какие-то моменты, просто назвать по-английски. А посмотрите, какой еще вопрос из письма. I know many, Russia, many people in Russia have dachas. Why do people want to have a dacha? What do they usually do there? Опять вроде бы все просто, правда? Потому что, ну, у кого дачи нет, те, по крайней мере, представление имеют. Но ведь об этом должна быть еще и готовность сформирована говорить. Плюс еще, например, такие вопросы, когда нужно знать э, словарный запас. Are there any endangered animals in Russian? What are these? И тогда возникает вопрос: а хватает ли у нас этого материала в учебниках? Это первый вопрос. И второй вопрос. Достаточно ли интересно этот материал подан так, чтобы заинтересовать современного подростка? И вот я боюсь, что не всегда мы можем «да» ответить на оба этих вопроса. Хорошо, когда хотя бы на один отвечаем. То есть тогда возникает ситуация, что нам, что нам может помочь, что требуется. Нужно, конечно, содержание, которое было бы интересно. Нужна тренировка в общении, которая направлена на применение знаний о родной стране в коммуникации. Ну и, конечно, сама информация интересная, которая позволила бы ученикам посмотреть другими глазами немножечко на вот эти вот моменты. Давайте мы посмотрим на несколько примеров того, как это можно делать. Я покажу примеры из серии книг для чтения ReadUp, только из одной книги. Я покажу новое пособие Good News, оно только появилось, это девятый класс. Ну, называем пособие, потому что, по сути, это учебник. Но поскольку в федеральный перечень теперь учебники по новому порядку могут входить только те, которые по новому порядку, которые созданы по заказу Министерства просвещения подведомственной организации министерства, то никакие другие в перечень попасть не могут пока что. Плюс новые пособия подготовки к ЕГЭ. Я покажу одну из книг, первую из серии книг прекрасного автора российского. Вот давайте посмотрим на эти моменты. Итак, серия рыда. Эта серия давняя. Ее начали издавать еще много лет назад, но вот только-только замыкается эта серия. В прошлом году вышла книга-редакт для шестого класса. Не в прошлом, в прошлом календарном, зимой она вышла. И сейчас мы готовим к выходу, сейчас есть рукопись для седьмого класса. Я думаю, что она у нас где-нибудь тоже зимой выйдет. Но посмотрите, пожалуйста, давайте мы глянем. Тут, кстати, даже обложка. Видно, что фокус на России шестой класс. Как раз, когда дети еще пока интересуются такими вещами. И посмотрите, целый юнит посвящен теме «I live in Russia». И вот мы сразу видим уже, например, мы говорим про праздники. Uh, what holidays do you celebrate? Which one is your favorite? Пообсуждали, а затем look at the names of celebrations and events and say, when they, uh, where they take place. Do people in the place uh, where you live take part in some of the celebrations? Do you have other interesting events? То есть постоянно мы смотрим на то, что происходит, но естественно мы говорим о себе. Здесь персонализация всегда работает. Но посмотрите, какие у нас здесь праздники есть. Magic Eyes of Siberia, Tasty Kazan, uh, Scarlet Sales, Tatiana's Day, Ma uh, Maslin's A Week, uh, Russian Orthodox Christmas, White Nights Festival, Strawberry Festival. И вот здесь далеко все не сводится к каким-то вещам, которые происходят в Петербурге, например, те же самые «Алые паруса» и «Белые ночи». Но мы здесь узнаем про другие моменты. Причем, посмотрите, у нас здесь упражнение и в формате ЕГЭ, то же самое слово «образование». Вот у нас эти праздники. У нас есть и общероссийские праздники, типа «Татьянин день» или «Масленица», которые в большинстве регионов празднуются. И затем, посмотрите, у нас есть текст, которые представляют информацию довольно любопытно. Celebrations in Russia, Old and New. И вот мы здесь говорим о том, что у нас происходит, откуда что произошло. Здесь информации не так много. Но это вот та самая базовая информация, которая помогает детям, хотя бы вот если они даже вот эти вещи прочитают в шестом классе, у них уже появится достаточно базовая информация для того, чтобы об этом можно было впоследствии говорить э, на ОГЭ. И вот мы здесь посмотрели вот эти, э, вот эти моменты, узнали про них, но это еще не все. Потому что мы потом узнаем про определенный тип праздника, это food festivals in Russia. И мы узнаем, например, что оказывается есть фестиваль, вернее праздник The Taste of Kazan Festival. Мы узнаем, что есть праздник клубники в городе Байкальск. А на самом деле есть и другие вещи. Есть и праздник огурца в России, причем этот праздник День огурца есть он и, и в Суздале, есть в городе Луховицы, Московская область, потому что луховицкие огурцы славятся. Это тоже такой местный бренд. А скажите, пожалуйста, коллеги, вот тоже одна из тем, которая довольно непростая. Хотя, казалось бы, все довольно просто. Тема национальная кухня. Если английские блюда мы какие-то назвать сами можем, тот же самый пудинг, тот же самый ростбиф, те же самые йокши пудинг, еще какие-то вещи, то вот когда речь идет о родных блюдах, о российских, здесь все гораздо сложнее получается. А вот не слишком ли сложная лексика, коллеги спрашивают для шестого класса? А, коллеги, а посмотрите, пожалуйста, вот как вы считаете, это середина шестого класса книга это 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 второй юнит здесь на каждую четверть по юниту поэтому это соответственно вот это вторая четверть года вот как с вашей точки зрения насколько эта лексика сложная подойдет для шестого класса или или как прибегите пожалуйста глазами Так, да, вот коллеги пишут скорее для восьмого. У кого какие впечатления? Потому что, вы знаете, я могу сказать свое мнение, но я столько не работаю со школьниками, сколько вы. Вы здесь самые главные люди. А вот, коллеги, кто еще что скажет? Посмотрите, какие моменты здесь еще. Нам не обязательно понимать все дословно. То есть текст они здесь превышают, могут превышать немножечко по сложности. Но если мы с вами посмотрим на задание, то посмотрите, пожалуйста, например, read about traditional celebrations and events and put the sentences back into the text. У нас есть выемки, и мы предложение вставляем. Это вот те самые структурно-смысловые связи. Затем посмотрите, пожалуйста, следующее задание. Read about some food festivals and put an information in the table. И вот у нас, например, the event presents, и надо написать что? The main goal of the event is to make the Tata cuisine, Uh, какой там слово popular? Да, Tasty Kazan, the Strawberry Festival. The festivals are held когда thousands of people и прочее-прочее. То есть uh, тексты непростые, я согласен. Uh, вот много интернациональных слов, но тоже кажется, что сложновато для шестого класса, пишут коллеги. Uh, но задания сами, они упрощают эту ситуацию. У нас же не требуется переводить эти тексты, у нас не требуется uh, со сложной лексикой работать. Мы здесь показываем реальную ситуацию, когда можно прочитать и задания позволяют понять эти моменты и использовать эту информацию. Но лексика нам здесь вся не нужна. Поэтому, знаете, я бы сделал бы так. Если вы с этой книгой будете работать, не просите от детей понять каждое слово. Им это не очень требуется. Кто-то заинтересуется, воспримет эти вещи. Кому-то может быть трудновато. Посмотрите на сами задания. Задания довольно простые. Вот давайте мы пойдем дальше. И посмотрите, пожалуйста, когда мы говорили про Russian cuisine. Вот у нас, what is Russian cuisine like? И мы узнаем, что у нас есть тоже свои региональные вещи, например, арктический, полярный круг, Карелия, татарская кухня, Урал, Камчатка. И плюс мы узнаем о рекордах. Помните, мы говорили, вот как показать Россию глазами иностранца. Вот дети не обладают догадкой. Здесь не нужна догадка. Здесь не нужна догадка, у нас не стоит задача понять тексты полностью. Здесь же разные типы чтения. Вот я не положил на слайды это все, но если вы посмотрите на map of the book, то там как раз есть, например, reading for the main idea, reading for specific information. Мы здесь как раз обучаем тем самым стратегиям чтения, как найти ответ ровно на те вопросы, которые нам нужны. И у нас здесь нет полного понимания в абсолютно большинстве этих текстов. Поэтому здесь мы определенные умения формируем. Тут не требуется все знать. Догадку, соответственно, мы пробуем развивать. Но ну, по крайней мере посмотрели. И вот и вот прием, который позволяет посмотреть ученикам глазами иностранца. Мы говорим о рекордах России, мы говорим о тех рекордах, которые попали в Россию, из России в книгу рекордов Гиннеса, но не только Гиннес. Как говорится, не Гиннесом единым, правда же? Вот мы с вами видим, например, ту информацию, которую могут знать на родном языке, например, по географии самый холодный город России, правда же? Uh, и тут тексты попроще. У нас уже идут uh, The Largest Country про территорию. Мы вот эти вот вещи знаем. И затем посмотрите, там есть уже Russian Guinness Records. И вот тут мы узнаем про людей. Какие люди попали с какими рекордами в книгу рекордов Гиннесса. Uh, и тоже, в общем-то, здесь не такие простые, не, не такие простые, не, не такие сложные слова, правда же? Например, they set a world record for the distance of a swim in icy water. and received the right to carry a torch with the 2014 Olympic flame. Uh, тут слово «torch» или выражение «carry touch", оно посложнее, наверное, будет, правда? Uh, или, например, посмотрим Never lost", про uh, Ирину uh, Узнаем, что uh, «she was registered in the Guinness Book of Records as an athlete who had not lost in a single competition in her entire professional career». вот такие вот вещи. Есть сложное выражение «it is worth noting», но я не думаю, что кто-то из нас будет от шестиклассников просить это выражение э, использовать в речи. Прочитал, понял, молодец. А не прочитал, не понял, вернее, прочитал, не понял, ну, подскажем, поможем, если что. И вот у нас есть вот такие вот таблички. То есть, мы к тому времени, как мы доберемся до ОГЭ, мы уже, в принципе, будем иметь вот такой вот багаж знаний. И еще одно пособие, оно совершенно новое. Это пособие называется Good News. У него два автора. Один автор – это учитель из московской школы. Второй автор, она преподает и в лицее, и она преподает, и она преподает в МГИМО. И вот здесь, посмотрите, когда это пособие писали, то, помимо всего прочего, положили перед собой программу по истории. По истории, зачем она нужна была – Зачем она была нужна? Затем, чтобы посмотреть, какую информацию дети уже знают. Чтобы здесь можно в изучении языка было опираться на наличие фоновых знаний. Да, вот как раз как коллеги пишут, что смотрю учебники по другим предметам для понятия, что знают на русском. Мы, мы, мы прямо с вами одновременно говорили об одном и том же. И вот здесь авторы сделали ровно точно так же. При этом посмотрите, когда говорят о традиционных ценностях и так далее, и так далее, то возникает вопрос, а как вообще эти ценности поддерживают то если приходить и говорить, вы знаете, вот там ценности все плохие, у нас все хорошие, ну, так не сработает. Запретный плод сладок, мы знаем, все это проходили в советское время еще, я еще сам помню это все из своего детства и юности, такие моменты. Ну, не работает такой подход. А вот показать, насколько что-то интересно, удобно, естественно, насколько это близко и прочее, и это уже работает по-другому. И давайте мы посмотрим на несколько примеров. Книга состоит, вернее, учебник состоит здесь из двух частей, две книги. Темы примерной программы. Вот у нас uh, Leisure. Uh, я прошу прощения, <laughs> сам не очень хорошо вижу. My family and friends. School life. The world of work. Uh, living a healthy life. The world around us. Advances in technology. The media. We live in Russia, England, Britain or the UK. Естественно, юнит посвящен странам изучаемого языка. Это древние, древние программы. The World of Art. Learning Languages. Вот такие вот моменты. И давайте мы посмотрим на несколько примеров. Возьмем юнит 7, Advances in Technology. И вот посмотрите, насколько здесь аккуратно или неаккуратно Дана информация о России. Не кажется, она чужеродной. Или мы действительно здесь показываем Россию как страну, которая занимает свое абсолютно заслуженное место в мировой культуре, и показываем ее равноправно. Или все-таки у нас весь взгляд снизу вверх на какие-то другие культуры мы про них узнаем захлеб потому что это интересно. А про себя опять забываем, потому что это не представляется интересным. И вот посмотрите: сначала мы смотрим на изобретения и обсуждаем, какие из них новые, какие старые. Ученики вспоминают, что они знают из других предметов, например, где и когда все это было изобретено, э, немного поработали со словообразованием. здесь постоянно идет опора вот на грамматику, на лексику, сначала вооружают знаниями, потом уже э, отрабатывают, переходят к говорению, а не так, что вот вы сначала поговорите, а потом объясним вам, э, как это надо было делать. Вот такие вот моменты. Затем посмотрите, э, мы переходим к следующим урокам, и у нас все время выход каждого урока, это работа, как правило, по, э, работа парная чаще всего либо групповая. И вот мы потихонечку идем в этом юнте. Мы посмотрели на начало, когда мы только-только начинали знакомиться, отрабатывать лексику, грамматику. А вот мы дошли до шестого урока. И посмотрите, The Russian Leonardo. Мы сначала обсудили, вспомнили, почему кого-то могут назвать Леонардо, какую роль да Винчи сыграл и прочее, чем он прославился. А, вот, чем он прославился. Затем мы узнаем про инженера российского Владимира Шухова. И у нас не зря здесь такие иллюстрации, потому что помните башни Шухова и так далее, и так далее. И узнаем вот эти вот достижения архитектурные. Плюс у нас есть еще такой раздел Culture Page, The Doctor and the Scientist. И мы здесь узнаем про Николая Пирогова. И вот про него как раз дети знают очень мало. Потому что если про инженера, они более-менее могут знать, хотя это тоже интереснейшая тема. Про Пирогова они знают очень мало, а Пирогов своими открытиями, изменил совершенно подход к тому, как медицина, как работает вообще медицина, как лечатся раны, прочие моменты, вот как это работает. И здесь важно, потому что важно об этих вещах говорить, потому что то, что сделал Пирогов, это было, это поменяло вообще во всем мире постепенно подходы к медицине, вот как оно все происходило. Вот такие вещи. И тут же у нас есть еще «A genius from Siberia». Это, я напомню, девятый класс. Здесь по сложности уже все более-менее подходит. И здесь мы узнаем про Менделеева, но мы как раз про Менделеева узнаем такие моменты биографии, которые обычно пропускают мимо ушей. А вот здесь... Это интересные моменты. И, естественно, есть задание у нас на аудирование, есть задание true, false, not stated и так далее, и так далее. И посмотрите, есть еще и вот такое задание, оно вообще-то олимпиадного формата. Uh, decide if the statements are about Nikolai Pirogov, Dmitry Mendeleev, or both of them. Похоже на интегрированные задания по аудированию и чтению. Mm -hmm. Так что здесь вот такие моменты uh, у нас есть. Причем посмотреть тексты тоже записаны на аудио, поэтому можно использовать их. Вот тут задание read and listen to both texts. And check if your classmates' answers are correct. Did you find answers to some of your questions? То есть мы можем сами здесь гибко решать, что мы хотим. Будет ли это у нас задание на чтение, будет ли это у нас задание на аудирование uh, или какими-то еще моментами? И вот затем посмотреть. У нас идут uh, задания, которые тренируют умение сравнения, анализа и синтеза. Uh, шестое упражнение. Work in groups of four. Discuss the questions. Share, our, uh, share ideas with the class. What do both researchers have in common? How are their lives different? What can the life stories of the two researchers teach us? То есть видите, у нас идут после того, как мы поработали с информацией, мы начинаем ее оценивать. Uh, what qualities should an inventor or researcher have? И вот мы уже говорим про то, какими личностными характеристиками люди должны, люди должны обладать. Are all human inventions and discoveries beneficial for people, nature? Why or why not? Есть, есть, How do the stories of Nikolai Pirogov and Meet Mendeleev prove Thomas Edison's quote Genius is 1% uh, inspiration and 99% perspiration? Вот такие моменты. А финальное задание write a letter to a friend who doesn't know anything about either of the researchers. Write about two, three facts that you found the most interesting. То есть мы здесь даже не опираемся на такой, пока еще жесткий формат электронного письма, как в ОГЭ. Мы просто пока учим детей писать, выбирая самим, самим какие факты интересные. То есть, вот мы потихонечку за счет вот этих вопросов на обсуждение и моральных аспектов этих изобретений, мы как раз и узнаем например, о своей родной стране. Что еще может нам потребоваться, когда мы говорим про грамматику и так далее, и так далее? Есть вот такое интересное пособие «Culture in Mind». Оно из типографии придет вот-вот в ближайшие недели, так что можно уже показать. Это пособие Рома Владимировна Наугольной. Здесь материалы о России и странах изучаемого языка. Это для подготовки к ЕГЭ, конечно же. Задание в формате части грамматика и лексика ЕГЭ. И оно содержит 30 тестов. Не зря здесь называется Book One, потому что потом планируется выход следующих книг. В этой серии рукописи уже готовы, работа идет. И посмотрите, пожалуйста, как здесь выглядит. Это тот самый случай, когда мы не просто готовим к экзамену, нам тренировочные упражнения в любом случае нужны, а когда мы постепенно ученикам даем еще информацию о том, что происходит, и в России какие-то вот культурные аспекты, и страны изучаемого языка. Например, вот у нас тест, который посвящен, вернее, который построен часть грамматики лекции, который построен на материале живописи. И мы здесь читаем и работаем с текстом о картине Бурлаки на Волге, и Утро в Сосновом лесу и «Девятый вал. То есть мы не специально, мы не предлагаем ученикам это заучить, мы не предлагаем это все пересказывать, просто это рабочие материалы, которые содержат достаточно информации. А вот, например, тест про писателей, и здесь все материалы про Джейн Мустин, про которую дети могли вообще никогда в жизни не узнать, даже если мы сами на уроке расскажем, все равно это можно пропустить мимо ушей, к сожалению. Ну и плюс обновленные пособия Степлайтер сейчас выходят, это для того, чтобы учеников разговорить оно помогает активизировать устную речь и в рамках разговорных клубов, и в подготовке к экзаменам. Вот когда, например, мы готовим, мы готовим к интервью и к телефонному опросу, телефонный опрос на ОГЭ, интервью на ЕГЭ, то вечно возникает вопрос, а где эти вопросы брать? Как тренироваться? Да еще и сделать так, чтобы это было удобно. Плюс тут вот есть еще задание формата э, написания с, описания фотографий, но э, такие, которые помогут для подготовки к международным экзаменам при необходимости. И вот здесь в этом пособии как раз э, в каждой книге 10 разделов, э, каждый 10 тем, вернее, каждая тема содержит вопросы для интервью для тех же самых, для обсуждения опоры для говорения вопрос четырех уровней сортируется по темам по сложности разбиты. здесь же есть большое количество текстов для чтения о России интересных я например из этого пособия сам узнал с удивлением что бывают такие больные дома и что больной дом это совершенно нормальные нормальный термин оказывается такие действительно есть вот бывают такие больные дома и почему людям плохо в них живется вот чем эти дома больны что это за такая вещь. Оказывается, есть такое понятие. Я потом проверил, санитарно-эпидемиологические станции тоже так считают. Так что здесь все проверено. И есть упражнение на лексику и грамматику. То есть большой материал, который позволяет дополнительно готовить к говорению, к части говорения на ОГ и на ЕГЭ. Ну, вот здесь с первой книги можно начать. Кстати, эти книги есть и в электронном виде на сайте Титул Онлайн. Итак, коллеги, мы с вами поговорили, мы с вами только начали вот эту вот большую тему. Как и зачем говорить о России по-английски. И мы сегодня с вами обсудили, Правда ли, что английский язык может уйти из школ и что не нужно его учить, потому что ситуация в мире изменилась? Я надеюсь, что мне удалось вам дать в руки цифры и факты, с помощью которых вы можете и родителям, которые преждевременно обрадовались и решили, что не нужен английский язык, и ученикам, и кому угодно показать, что на самом деле это неправда, язык нужен. И при необходимости, вот у нас даже цитата от первого лица. Страны, где тоже говорят, что английский нужен, ни в коем случае забрасывать нельзя. Мы поговорили о том, какие проблемы у школьников возникают. Мы только начали об этом говорить, какие проблемы у школьников возникают на УГ и ЕГЭ, просто потому что ну, не хватает у них знаний. И мы посмотрели на некоторые ресурсы, которые помогают эти знания давать. И посмотрели некоторые новые книги то, что может здесь помочь. А вот в следующий раз. Мы уже в октябре будем говорить смотреть на приемы подготовки школьников, вот как организовать такие занятия на уроке и такое общение, которое помогло бы из валь потихонечку показать школьникам, что да, вот помимо самого, самого содержания материалов учебных, как мы можем взять вот то, что у нас с вами есть и так, и вот с этим поработать таким образом, чтобы мы готовили школьников к межкультурной коммуникации, на что обращать внимание, что такое вот этот culture bump, culture shock, из-за чего возникает, как про это рассказать детям интересно. Я надеюсь, что вам тоже будет интересно те материалы посмотреть, которые я подобрал, вот именно о том, как это делать. И посмотрим на способы, которые помогают заинтересовать учеников родной страной, и странами мира, потому что мы с вами знаем, что мотивация, она опирается прежде всего на интерес. Вот такие вот моменты. Кстати, если вам интересно полистать книги Good News, они уже есть в печатном виде на englishteachers.ru, в электронном виде они появятся на титул онлайн, если еще не появились, а нет, они уже появились, кстати, можно и там Посмотреть, подписаться там они дешевле будут, потому что бумажные все-таки книга стоят дороже. Но если вас заинтересовало, можно этим пользоваться. И сейчас вышел целый ряд еще новых книг. Готовятся книги, готовятся книги новые, например, новое пособие Ирины Викторовны Хитровой по говорению по ЕГЭ вышло. Скоро появится книга Рома Владимировна Ноугольный вот этот Culture and Might». Многие другие посмотрите в разделе Новинки вполне возможно, вы что-то найдете из того, что вас заинтересует. Уважаемые коллеги, у нас сегодня коротенькая встреча получается, ну, по сравнению с обычными. Скажите мне, пожалуйста, если можно, вот из того, что мы с вами обсудили, здесь нового, в общем-то, ничего особо не было. Правда же? Здесь скорее я попытался систематизировать некоторые моменты. Но вот что из того времени, которое вы со мной провели, целых 45 минут, что, что вы для себя нашли такого, что вы могли бы прямо взять и использовать? Либо в разговоре с администрацией, либо с родителями, либо со школьниками. Может быть, немножко ваши тревоги мне как-то удалось чуть-чуть успокоить. Вот как у вас пока ощущения? И спасибо большое за ваши комментарии, за обсуждение во время того, что мы делали, с вами говорили. Потому что я пытался какие-то вещи найти, которые ну, действительно можно в практике использовать. Но мы продолжим говорить о приемах в октябре уже. Вот. Ну что ж, коллеги, спасибо вам большое за ваше время. Очень приятно видеть известных учителей. Я имею в виду, мы всех учителей любим. Но тех, например, Татьяна Бен, другие учителя у нас есть, которые знают многие которых многие люди знают благодаря разработкам интересным материалам для подготовки к ЕГЭ и так далее и так далее и вы знаете вот даже коллеги пишут сами узнали новое о России я вам еще расскажу новое о России поверьте я сам столько узнал когда эта тема из а сколько всего замечательного интересного у нас существует так что все расскажу кстати, у нас интересные тексты появились в обновленных пособиях Кирилла Павловича Словохотова «Проверочные работы». Мы их сейчас выпустили для подготовки к ВПР, которые в этом году будут, если, ну, если ваша школа принят участие, иностранные языки там ей достанутся. Поэтому посмотрите, там тоже тексты интересные появились о России. В общем, мы потихонечку добавляем в новые издания, готовятся новые к выпуску новые книги Артема Петровича Гулова. По подготовке к Олимпиадам, так что будет появляться постепенно, откликаясь на международные потребности. Все это будет. Ну что ж, спасибо большое, коллеги. Я вам желаю хорошего вечера, хорошего завершения недели, успешного. И давайте встречаться дальше. Спасибо. До свидания.